Всем привет! Вот я и вернулся на Easy Drop. Эту неделю я буду открывать на нем. Поэтому, ребята, если у кого-то есть промокоды, пишите в комментарии. Я буду их использовать, да? В общем, так. Ну что, по традиции я закинул здесь сюда 250 с промокодом на 30%. Вот столечко на балансе. У меня есть бонус со вчерашнего колеса, то есть это два скина. Давай их, короче, получим. Посмотрим, что мне тут за скины выпали. 43-30 рублей. 43-30 рублей, которые, естественно, я не могу продать. Я их могу только... Куда я их, собственно говоря, могу только? Я могу их, наверное, только в контракты, да, законтрактить. Так, они могут в контракты, да, залететь. Все чудесно, отлично. Я не знаю даже, слушайте, у меня... А, у меня фришка есть, короче, давай пока фришку крутанем. Посмотрим сейчас, как выпадет нам три грозы. Как выпадет нам три грозы. Сука, нет, пацаны, гроза не выпадает. Ну, ладно, давай еще попробуем. Ну, уже три грозы не выпадет. Сука, даже две грозы уже не выпадет. 6 рублей. Давай пробуем еще. Даже не выпадет уже и две грозы. Ну, одна-то хоть выпадет. Ну да, одна-то нет. Нитро. Сука, нормально. Ну так-то, в принципе, нормально, да? Даже ни одной грозы не выпало с первого фрикейса. Что за чудеса? Что за чудеса? Так, ладно. Сука, какими бы кейсами сегодня побаловаться? Так, давай посмотрим, чем мы тут. Сколько у меня? У меня есть 5 скинов. Так, ну вот этот мы продадим. 6-рублевик. 6-рублевик мы продадим. А это потом, если что, мы просто в контракты запердолим, да? Кейсы. Я здесь обычно всегда открывал ширпу. Ширпу обычно всегда открывал. Вот, но мне все-таки хочется, чтобы это был сорвикуш кейс. Чтобы это был кейс сорвикуш. А, да, кстати, ребят, если вы открываете на изике, забыл сказать, что у меня есть промокод, который вы видите, он там по... В общем, вы видите на экране там, да, то есть активируйте его, 30% получаете и открывайте. Вот, и также в это воскресенье у нас снова будет розыгрыш. Призы я пока что сейчас еще не выбрал. Я в процессе, да, то есть я их выберу. Но розыгрыш будет. В общем, я не хочу просто, чтобы видео сильно долгим получилось. Я буду открывать Саврикуш. А, слушай, у меня даже на него есть скидка. 34 рубля, у меня на него есть скидка. Друзья, насколько у меня вообще скидка есть? Может, я какой-нибудь тогда могу кейсик... А на это есть у меня скидка? Слушай, у меня даже на это есть скидка, да? На это даже есть скидка. 34 рубля. Охренеть. А до какой? А, максимальная цена до 99. А ты, по-моему... А нет, ты 69.90, да? А ты... Нет, 99, да? Все, отлично. Я, короче, два раза открою вот это. То есть два раза открою. Ты же мне пока... А нет, ты мне не даешь два раза, да, сразу открыть? Ну, давай по одному тогда, по одному. Открываем, смотрим, выпадет ли с него скин дороже, чем с фрикейса. Вот в чем интерес. Болтун. Это типа мне сейчас такой, это камень в мой огород, что ли, там. Типа я болтун, что ли. Давай еще раз попробуем. Случайное запрещенное. Ну, а, ты же не случайно запрещено, я и забыл. Я и забыл, что ты совсем не случайно запрещено. Ну, по сути, вот этот как бы окупил то, что я потратил. 2.82 плюс это. Ладно, давай мы теперь пошалим с Саврикушем. Ты же, сука, не зря соври, да? Сколько раз ты меня обманывал. Слушай, а может здесь попробовать 10% апгрейды половить? Я вчера развлекался на этом, на кейс-баттле, да? То есть, может здесь что-нибудь получится, да? Давай попробуем, что? Вот я еще два раза могу открыть, даже... Хер, там два раза, только один. Он же 49 стоит, а тут надо 8 копеек не хватает. Вот сейчас я вот эту хуйню продам. Вот точно, и теперь у меня хватит на два раза открыть. Теперь на два раза хватит открыть. Саврикуш, саври.
спонсори, и никаким образом ты меня не убедишь. Он не как резко затормозил. Все летело на эту королеву, там получается. А тут он так взял резко и затормозил. Ну что, Азимов, тормози резко, что ты? Хуй-то там, да? Вот такая вот беда. Вот такая вот беда. Так, давай, что тут, апгрейды? Апгрейды. Блять, раз. Тут ловить особо нечего. Раз, два, три, четыре, пять скинов. Пять скинов в апгрейды. Так, вы по. Тут он сразу показывает, видишь, 10% там, да? Сразу показывает 10%. То есть рельсотрон там, да? 9,2. Да ладно, давай попробуем, походу. Попробуем. Да ну нахуй. Ебать на ту Люсю. Я бы лучше ФАМАС вот этот захуярил. Что за хуйня-то? Что за хуйня творится, я не понял. Не, ну давай тогда мы тебя попробуем. Ну, тоже давай дезерты. Может, ты дезерт иглы только сегодня даешь? Ну, ладно, давай попробуем, хули. Заебись, 5000. Ух ты ж, сука, какая, да? Так, балабульку, балабастыми, да? Так, давай тебя попробуем. Снова. Ну, на что? На это беда, это все беда. Вот еще Desert Eagle. Давай Desert Eagle. Desert Eagle. Давай. У меня ёкнуло прям так. Чу! Ну и что, и... Вот, блядь, выбор-то какой. В принципе, вот эти все три скина, их можно вывести. Для того, чтобы... Естественно, их разыграть между вами. Доступны для продажи. А сколько? Продать все. На сколько? На 279. То есть, я, получается, вот этими скинами я отбиваю свой деп. Да? Вот этими скинами я отбиваю свой деп. А можно, конечно, их и продать, да, там? Мне же нужно что-то разыгрываться. Я же сунулся на него с этого. После длительного перерыва, там, да, забрать. Ну, не, давай. Но это будет невежливо. О, у меня тут есть... Давай вот так вот мы, короче, сделаем. 5 скинов. Либо за 88, либо за вот столько там, да, дает. Ну, 353 я закидываю в контракт. Смотрим, сколько. Ну, давай, удиви. Удиви. 147. Ну, чудо не произошло. Чудо не произошло. Не произошло чудо. Никакого. Так, давай, если мы еще попробуем. Мы тебя не попробуем там, да? То есть ты мне сейчас что говоришь, Изик? То есть ты мне сейчас на полном серьезе говоришь, забирай. Я тебя правильно понимаю, Изич? Ты мне сейчас говоришь просто забирай, что ли? Забирать. Или все-таки ты мне говоришь, продай и открой ширпы. Продай и открой ширпу, да? Ширпу. Нет, давай нахуй, мы тебя продадим. Мы тебя продадим. Мы тебя продаем и давай еще раз, ну как еще раз, еще три попытки дадим Саврикушу. Да, три попытки дадим Саврикуш. Ах ты ж сука, какой плохой. Ох ты, Саври. Ребят, слушайте, кто на Изичи открывает, напишите в комментарии, вообще кому-нибудь этот Саврикуш дает вообще нет чего-нибудь. А? Вот он кому-нибудь вообще дает, просто... Да я лучше ебать его, свой кейс пооткрывал, у меня там и то такое говно не падает. Реалян, там такое говно у меня и то не падает. Пиздос какой-то полный. Не, я, наверное, тебя все равно еще поюзаю, Шаврикуш, блядь, Саврикуш. Саврикуш. Все, ладно, короче, на этом все. Ну, сами видели, как бы, вроде что-то он и такой дал, да, то есть, ну, хуй его знает, я тут кейсы не знаю, поэтому не знаю, тут что открывать. Ну, Саврикуш он ни хера не дает, Саврикуш этот долбанный. Где ты тут спрятался? Кот, короче, спрятался там, Саврикуш этот, да. Вот, а что тут еще открывать, я даже, если честно, и не знаю, что открывать на Изике.
Случайно армейская, вот это без, там, не знаю. Не знаю, ребят, напишите, что можно пооткрывать на изике. То есть, ну, как бы тут такие все это, ну, бомжа там, да, пооткрывать, камуфляжку. Не знаю, напишите, в общем, что на изике можно пооткрывать. Я, в принципе, там пооткрываю. Закидывайте свои промокоды и, конечно же, участвуйте в воскресном розыгрыше. На этом все, всем пока, до новых встреч.